Короче, мы приехали на новое место с белым мхом и первый красноголовик. Вот так вот, прям вот так вот был спрятан под деревом. И волнухи, что ли, опять есть, нет? Нет? А, да. Что он? Вот эти, кстати, очень похожи на красноголовиков. Это большепорый. Погнали дальше. Тут, наверное, маленьких много. А? Тут, наверное, маленьких много красноголовиков. Смотреть надо. Это, короче, беломошный лес. О, масленки! Вроде как. Отопни, проверь. Да, маслятки. Какие массивные маслята. Посмотри на меня. Ты себя даже ни разу не показал. Покажешь потом, да? Хочешь, ну вот он я. Грибник номер два. Точнее, грибник номер один, еще и автор. Я да ладно, автор. Ты же мне тоже помогаешь. Красивые леса. Просторные. Машины ездят. Мы когда ехали, там, короче, по дороге три машины в ряд стояли. Тоже, видимо, грибочки собирают. Да, в таком лесу можно разгуляться, только вот грибовчик не особо видно. Походу дела, грибы по закону растут возле дорог. Вглубь уходишь, нету грибов. Да? Чем углубляешься больше, тем меньше грибов. Тут вообще можно на машине проехать. Что-нибудь видишь еще? А? Что-нибудь видишь еще? Грибы вообще или? Я даже вдалеке их не вижу. Нет, грибы вообще я вижу. Поганки. А вот наши нужные нам что-то не могу найти. Беломоховый лес. Пошли ближе к дороге. Мне кажется, вглубь бесполезно. О, я нашел вроде гриб. Вроде бы. Вроде бы. Не, нет, не гриб. Собраны здесь.
далеко от машины отошли. В таких просторных лесах. Продолжаем съемку. В таком лесу хорошо бегать, но грибов нету. Беломоховый лес безгрибной. С той стороны вроде должно быть наоборот. Что-то как-то я не наблюдаю. А чё ты всё дальше уходишь? Меня-то подожди. Пошли в обратку, нету здесь грибов. Пошли в обратку. Ты ведёшь дальше? Ты глубже уходишь? Какой дороги? Вон дорога, где я. Дорога вон. Да, вот я продолжаю видос. Говорю, нет, ну я вижу вон дорогу. О, маховичок. Где дорога? Вон дорога. С моего места видно, вон там дорога. Маховик. Маховички берем. Не знаю, ты где? Вот она. А чё ты так далеко? Иди сюда. Мне из-за одного маховичка пакет неохота раскрывать. Учесала такая, идет, вон, говорит, дорога. Вон, смотри. Пришел, где наша машина? Выйди на дорогу, увидите. Логичное объяснение. А вон машина наша. Вот видишь, я к ней и шла. А, ну да. Ладно, я верю. О, смотри, какой кадр, иди сюда. Какой красавец кадр. Вам хуй спрятался. А нет, вон... Они только ближе к дороге растут. А вон тот? Нет, не тот. Их надо ближе к дороге собирать. Они вглубь вообще бесполезно идти. Пошли туда вон. Интересно, почему? Они, вот не знаю, почему-то все грибы всегда растут вдоль дороги. А собирать запрещают вдоль дороги, да? Да, что самое интересное. Ну, не запрещают, а не рекомендуют. Ну, понятное дело, если в городе это рекомендуют. Сыроежка. Какой глупыш будет собирать в городе? Есть такие, поверь. А? Есть такие, поверь. В общем, в белом ху, и так, понемножку грибов, но в основном грибы, они все вдоль дороги, в смешанном лесу, и, кстати, в этом году одни волнухи. Как-нибудь в следующем видосе мы снимем чисто поход за волнушками. Нет, тут нету, к счастью. В Беломохе. На белом ху нету волнух. Если бы были, я был бы удивлен. Грибов много. Вон туда, смотри, где грибы. А? Где грибы. Эти, как они? Поганки. Так едешь, короче, на машине, такой смотришь в сторону леса, там такое море грибов. А это поганки. Ну, точнее, лжегрибы. Ну да, они нельзя сидеть. Вон, смотри. Все усыпано. Вон масленок. И еще вон. И еще. И еще. Вот так вот полянками, короче, натыкаемся на грибочки. На. Ничего же, если я в один пакет. Угу. Смысл просто доставать второй.
пока грибов не так много. Вот еще. Какой масленочек. Сейчас маслят тут не собираем. Вон еще маслят. Еще маслят. А он красноголовый, по-моему, нет туда копника. Вон тот вон. Этот? Да, чуй. Пальцы вытри. Нет, не то. О, вот еще масленок. Прям причем они растут, маслята растут среди поганок. Ладно, я открою пакет, тут маслят много. Ой, ехали красноголовики собирать. Собираем маслят. О, какие мелкие. Плохо заметны. Но маслята есть. В Беломорье. В Беломорье. Беломорье. Нет, Беломорье это когда Белое море. В Беломорье нет. Короче, как-то так. Беломорье. Как там, блин, я сказал? О, маслята срубленные. Фу, поганка. Крайне похожая на масленок. А это масленок, да? Покажи, да. Маслята и уже маслята рядом растут. Да вот именно, что настолько рядом. Все, они прям дружат. Глаза разбегаются, грибов не ложат. Похоже, как у грибников в этом доме много. Грибошки вы мои, грибошки. А? Да, много грибников. А? Много. И все, едут и едут. А, ну сегодня же воскресенье. О! Прикинь. Тут какая-то бетонная дорога. Из бетонных плиток. Прикольная дорога такая. Две колеи тупо. Ну вот что мы имеем. Поехали в другое место. А? А-а-а. Мы сейчас все места будем так объезжать, объезжать. Еще один. О. Это либо масленок, либо поганка. Собака, поганка. Какие эти поганки достали? Притворяются, притворяются нормальными грибами. О, масленок.
еще один. Дарик бес. Вон, масленок, вот сюда. Вот еще. Маслятки. Сколько ж тут этих маслят, а? Такие мелкие, да? Молодые. Очень много молодых маслят. Но это вот все-таки тоже грибочки. Такие хорошенькие. Не знаю, почему все любят красноголовики и белые грибы. Белые я не говорю, не особо. Каждые грибы по-своему вкусны. Так ведь? Да. От тебя фразу взял, так ведь? Ну это моя любимая, это моя коронная. Да. Мне кажется, тут собрали грибы. Ау. Пойдем лучше. Начинали свой путь. Иди тогда сюда. Глянем там. Всякие машины здесь мешают съемкам. Тут тоже маслят. Смотрю, что пособирали. Мелкий только. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч и новых видосов. В общем, вот наш урожай. Там все смешано. Да, и ужины там еще маслята. Да! Всем спасибо за внимание. Муж у меня ушел далеко, а вот тут вот такой вот грибочек есть. Знаю, что не ядовитый, знаю, что мухомор, но красивый! Вот. Ух, какая красота! Но брать его нельзя.
Но для камеры можно было. Ой, а у меня еще и маслятки тут. Ладно, муж зовет, побегу.